студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. К нам пришла плюсовая температура и продержится она, по прогнозам синоптиков, до конца недели. Как сообщает гидрометцентр, в четверг в Старомосковье и Губкине пасмурно. Ранним утром около нуля. Ощущаться будет как минус 5. К обеду потеплеет до плюс 2. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Вечером и ночью 2 градуса выше нуля. Осадков не ожидается. Убывающая луна, магнитное поле неустойчивое. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Атмосферное давление выше нормы – 750-752 миллиметра ртутного столба.